Говорю, подарите, пожалуйста, займите, пожалуйста, женственность свою. Девочки, в женском клубе будем переопыляться, правда? У каждой будет какая-то сильная сторона. Я вас научу, как сонастраиваться с тем, что вам нравится в другой женщине. При этом вы никого не едите энергетически, ни в коем случае мы таким не будем заниматься, а именно подниматься. Я вас всегда буду поднимать на выше, выше, выше уровень. И вы будете делать, Света, может быть, может подтвердить, когда мы медитации делаем в группе, у вас будет такое все, вау, все, ой, я красавица, я богиня и так далее. А потом я говорю, делайте дома домашнее задание, тоже задание. Они говорят, Таня, в группе была круче, в группе я такая была, а когда сама уже пиздулась, я говорю, да, понятно, потому что там поле еще работает, там немножко вот это вот все. И все будет. Скажи, пожалуйста, про женский клуб. Я знаю, что я вступила, а я даже не помню, уже прошло вот это, какой-то урок ты говорила, не прошел, потому что я как-то в это вообще не втянулась. Расскажи, пожалуйста, пару еще, слов. Еще ничего вы не вступили, это просто я сделала телеграм-группу, первый открытый урок будет вот сейчас в пятницу в 17 часов. Приходите, мы уже сделаем медитацию, опять сделаем тест на вашей внутренней богине, вообще в каком они состоянии у вас проходят. Сделаем психологический тест, то есть из ваших знаний. Потом сделаем медитацию, мы их прощупаем, вы их увидите и, возможно, услышите. А потом сравним, что мы думаем, наш психологический тест что показал, и что наше вот ощущение изнутри показало. И уже из этого будем исходить. А потом уже в этом клубе мы будем каждый месяц брать одну из богинь. Начнем мы с Афродиты. Она самая вкусная, самая сладкая, самая та, которой не хватает нашим женщинам, потому что они все как мужики бегают и скачут. Поэтому я начну именно с нее и будем прорабатывать. Вот первый урок будет открытый для всех, кто находится в этой группе, а потом уже я закрою, то есть те, кто в месяц, две встречи будет всегда, два раза в месяц, стоимость 33 евро, если каждый месяц платить. Если вы за полгода вперед заплатите, там уже, по-моему, 27 евро получается по месяц. Если вы на 8 месяцев вперед, потому что 8 у нас богинь, 8 месяцев мы точно будем обучаться, там, по-моему, 25 евро, то есть там скидки получаются. Ну, чтобы мне не бегать каждый месяц эти... не писать счета и так далее. Я сделала, что если кто-то хочет, раз оплатил, и мне легче, скажем, вот это все организаторские вопросы убирать, и вам дешевле. Поэтому в эту пятницу приходите, будет сразу же работа, то есть вы же меня знаете, я не буду там что-то лапшу на уши рассказывать, насколько важна женственность и все. А сразу приступим. Вот. И к чему это мы про женственность, да, говорили? Про 14-ю энергию. Почему женственность и 14-я энергия, казалось бы? Потому что 14-я энергия – это творческое, это же творчество тоже. И именно прокачанная женщина, один из высших уровней прокачанной женщины, это она выходит в творчество, она начинает творить. Мы все сюда пришли для роста и для творения, сотворения чего-то в эту жизнь. Если люди живут и только борются за выживание, как заработать деньги, как оплатить долги, что одеть и что покушать, это не творцы, это потребители.